На Мальте вскоре после взлета разбился легкомоторный самолет. Погибли 5 граждан Франции. Ранее местные СМИ сообщали, что жертвами аварии стали сотрудники пограничной службы ЕС. Но глава дипломатии Евросоюза Федерико Могерини опровергла эту информацию. В своем микроблоге Twitter политик отметила, что рейс не имел никакого отношения к ЕС. Самолет, который направлялся в Ливию, потерпел крушение недалеко от взлетной полосы. По словам очевидцев, при наборе высоты воздушное судно внезапно накренилось на правый бок и полетело вниз, а после падения загорелось.